тоже треугольник, здесь тоже треугольник и так далее. Получается те самые треугольные грани. А вот в квадрате, когда вы отрезаете вот так, естественно, остается такой вот квадрат, у которого вершина от середины стороны сходного. Вот так и получается. Значит, вершины этого – это середины ребер обычного куба. Забавно, что если взять октаэдр, я его нет, поэтому не могу показать, но если взять октаэдр и у него взять середины ребер, то получится тот же самый квадрат.